натуре нужны? Я вот здесь напишу. Обращаться ко мне можно по имени. Если есть вопросы, вы поднимайте руки. В процессе перебивать не надо, кричать не надо. Поднимайте руки и будем с вами общаться. Кратко я представлюсь. Я до того, как пойти на госслужбу, сегодняшняя моя должность называется постоянный представитель аппарата президента Республики Татарстан и Республики Башкортостан. То есть у нас есть такой институт. То есть мы представляем нашу республику в других регионах и представляем президента. Все, что мы делаем, это сразу на нас смотрят по республике. Да? То есть если мы сделаем что-то плохо, значит наша республика будет за это краснеть. Поэтому ответственность очень большая. Я сам казанский, просто долго я жил на Дальнем Востоке, много лет. Пару лет назад вернулся, поработал в Казани, сейчас я живу в Башкирии. До того, как пойти на госслужбу, более 20 лет я провел в бизнесе. То есть я открывал сам компании, с нуля развивал, там проекты запускал. Работал как антикризисный топ-менеджер в одной федеральной структуре, то есть в представительстве. То есть я его выводил из банкротства и довольно успешно, очень быстро. Это компания работает в системе КАМАЗа, то есть автоцентр КАМАЗовский, который на Дальнем Востоке назывался региональный автоцентр КАМАЗ. Про свой опыт, наверное, рассказывать я не хотел, время на это отвлекаться. Поднимите, кто в прошлый раз были. Есть ребята, которые в прошлый раз были? Вот два дня назад я тут рассказал, нет? Ну там детишки у вас прям очень активные были. Но это хорошо, потому что некоторые темы будут повторяться, наверное. И мы в процессе, наверное, будем разбирать какие-то вопросы, там какие-то примеры из жизни я буду рассказывать. Формат встречи у нас будет такой. Сейчас я бы хотел от вас получить вопросы. Во-первых, скажите, какие классы здесь, чтобы было понимание? 10-11. Два класса, да? Отлично. Значит, вот подумайте, да, у кого есть вопросы, нерешенные сегодня, не знаю, там, в личной жизни, в отношениях, в работе, не смейтесь, на самом деле, то есть я не просто так говорю, много ответов вы сегодня можете получить. Может быть, школьные какие-то проблемы есть, в учебе. Второй момент, если есть такие вещи, которые вы захотели бы взять с собой туда, во взрослую жизнь, это, как знаете, как запасной парашют или какой-то запасной обойму, как вот в играх. Я на самом деле хочу быть очень полезным, дать вам много информации, потому что у меня вот очень большой опыт. Вот прежде чем, наверное, начать, кто знает, что такое опыт, вот ваше мнение? Вы сегодня продвинутые ребята, много вещей знаете больше, чем я даже. Совокупность накопленных знаний, да, еще что? Опыт. Умение использовать. Да, уже ближе. Еще что? Работа над ошибками. Есть какие-то версии еще? Вот многие люди говорят, опыт, это знаете как, вот со мной случилось одно, второе, третье, это опыт. Но никто не говорит о том, как он выходил из этой ситуации. Вот опыт, это скорее всего, наверное, не статика, а действие. То есть опыт, это то, что мы делаем, когда мы попадаем в трудные ситуации. То есть те действия, которые мы делаем, вот это опыт. Мы никогда этого не делали, очутились в сложной ситуации, ориентируемся, что-то делаем, получаем опыт. В следующий раз мы уже знаем, как быть в этой ситуации. Попадаем в другую ситуацию, опять получаем опыт. Вот есть же такие ребята-антикризисники, да? Они же постоянно сталкиваются с такими ситуациями, которые никогда в жизни у них не были. Постоянно сталкиваются. И есть одна компания интересная, Renault Nissan. Слышали такое? Это такой холдинг, да, они объединились, концерн. И вот в 2003 году компания Nissan должна была разориться, то есть все к этому шло. И правительство Японии сказали, мы не будем вам помогать. Япония еще чудесная страна, я там был раз 12. И сказали, мы помогать не будем, как хотите, так и выкручивайтесь. Ошибка компании Nissan была такая, что они хотели копировать Toyota. За ними постоянно гнались. Поэтому стратегия копирования, догонять, брать чужую стратегию и так далее, это всегда ошибочно. Она приводит к банкротству. Компания Nissan к этому подошла, была на пороге, там очень много людей работало, такая корпорация очень крупная в Японии. И должны были, они начали продавать свои акции. Порядка 44%, не ошибаюсь. Три компании претендовали. Это Daimler, то есть Mercedes, да, в принципе. General Motors, американская компания, Renault. Renault была самая маленькая, но они купили, как-то так получилось, что они именно купили. И, наверное, это стало таким счастливым часом для компании Nissan, потому что если бы купила Daimler либо General Motors,
Это те компании, которые ведут агрессивную, скажем так, агрессивную деятельность, да, агрессивные продажи, агрессивный маркетинг. Они обычно выкупают конкурентов, делят их на части, и те уже перестают быть такими конкурентами, как были до этого. Renault Nissan, они поступили по-другому, то есть компания Renault, вернее, сейчас они Renault Nissan называются. Там был один такой чудесный человек, он и есть, Карлос Гон, а он не японец, и он поехал в Японию, был вице-президент компании Renault, и за три года компанию поднял, то есть он стал национальным героем Японии, из-за ряда факторов определенных. И сегодня эта международная компания, она не гонится за Тойотой, она выбрала свою стратегию уже на высоком уровне. И у них есть свои стандарты определенные, работы и выходы из кризисных ситуаций. Вот он написал в своей книге, мы топ-менеджеров отбираем следующим образом, простая формула. Берем человека, который видим, что у него есть потенциал решения вопросов, и отправляем в самую сложную ситуацию. Вот есть сложная ситуация, мы его туда. И говорим, надо выйти. Если человек справляется с этой ситуацией, значит мы его берем и двигаем дальше. И вот таким образом они готовили топ-менеджеров. Все топ-менеджеры компании Renault Nissan прошли эту школу. Нету ни одного, который по знакомству как-то попал случайно, родственник. Все. И они уверены в своих топ-менеджерах, что они справятся с любой задачей, с любой ситуацией. Так они росли. Одна, вторая, третья. Тот, кто не справлялся, оставался либо на том уровне, либо уходил в исполнители. Это я говорю про руководителей. Поэтому опыт это как раз то, что мы делаем, а не то, что с нами случается. Вы это запомните? Соответственно, если когда вы что-то сделали в трудной ситуации, вышли, вы, значит, получили опыт. Если за вас сделали папа, мама и так далее, вы опыт не получили. Значит, с вами это будет случаться еще много-много раз, пока вы, наконец-то, этот опыт не приобретете. Давайте все-таки к вопросам. Вот я с полной ответственностью говорю, все вопросы, какие есть. Единственное, чтобы больше информации вам дать, я бы хотел вопросы, которые интересуют большинство. Да? Если вопрос личный, вы его называете. Если он интересует только вас лично, я его записываю себе, и потом мы отдельно обсуждаем. Если вопрос кого-то еще интересен, мы записываем его сюда, и до конца сегодняшнего мероприятия мы постараемся все вопросы разобрать. То есть получить некие ответы. У кого есть вопросы? Я понимаю, что у нас второй, третий класс, он более активный, они не стесняются. У вас из-за определенных процессов больше стеснений, но тем не менее. Какие вас волнуют вопросы? У меня много есть чего вам рассказать. Я, конечно, буду это рассказывать, но лучше бы вот именно на ваши вопросы отвечать. Любые вопросы, еще раз говорю. Личная жизнь. Первоклашки, второклашки засыпали вопросами. Не успевал, да, отбиваться прям. У них нет вопросов. Нет, если вопросов нет, если вопросов нет, все нормально, они могут появиться в процессе. Я просто начну рассказывать. Зачем они тогда здесь сидят, если у них нет вопросов? Давайте. Вот, первое у вас. Да, слушаю вас. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? А? Достаточно. Имя. Имя. Алина. Я хотела спросить, например, как добиться продаж. Если товар у вас требован, но при этом продаж не есть. Как это? Спасибо за вопрос. То есть добиться продаж. Ну, наверное, продажи разные бывают, да? Каких-то эффективных продаж, да, давайте напишем. Второе. Еще вопросы, ребята. Деньги, маркетинг, отношения, семья, честность, ответственность, порядочность, вот продажи, маркетинг. Как найти большую подходящую аудиторию? Как найти что? Подходящую большую аудиторию. Для чего? Для услуг. Для... То есть вы имеете в виду целевую аудиторию для вашего товара, да? Ну это как-то маркетинг, да? Давайте напишем. Спасибо за вопрос. Еще вопросы? Я вам тему озвучил, вот так даже подсказку дарил. Да? Представляете, да, говорите хотя бы имя. Меня зовут Самат, я хотел спросить, каким видом бизнеса вы занимались лично? Я об этом расскажу в процессе, просто я бы хотел узнать ваши вопросы, вот что вас волнует, интересует, конкретно для вашей личной жизни. Что вас подвигнуло на создание собственного бизнеса? Хороший вопрос, спасибо. Ответ будет банальный очень. Все, это же сложно.
Еще вопросы? Максим, возможно ли начать бизнес без стартового капитала? Спасибо за вопрос. Алин. Есть еще? В основном про бизнес вопрос. То есть про личный рост, успех, развитие, счастье. Таких нет вопросов. Давайте. Спасибо за вопрос. Плашки мы справлялись по количеству вопросов практически. Еще один вопрос, они задали 6. Так что у вас есть возможность доказать, что вы все-таки уже старше, чем первоклашки. Тема я вам озвучил, да? Личная эффективность, развитие, рост, счастье, успех, продажи, маркетинг, честность, порядочность, команда и так далее. Есть вопросы? Еще. Вот, то есть у вас есть идея, с чего начать? Начать с идеи всегда. Сразу. Идея уже есть, да? Нет, просто начать бизнес всегда с идеи. Пока нет идеи, бизнеса нет. Можно. Можешь мне через 20? Через 20 мы заводим. Я хочу понять. Хочу послушать, мне интересно. А? Ну, давайте хотя бы 7-й вопрос, да. Я вам скажу, нужно. Ну, я отвечу на этот вопрос. Спасибо за вопрос. Это была одной из тем, я об этом буду рассказывать. Тоже подробно, вот как раз задали вопрос. Еще есть вопросы? Давайте еще пару минут, вопросы есть, задаем и дальше и начинаем. Буквально сразу мозговой штурм себе задать, чтобы было вам интересно пойти туда и в этой жизни справиться. Может, какие-то были проблемы в жизни, вы не могли с ними справиться, было трудно. Может быть, там родителям обращались, и они не смогли помочь. Может быть, с родителями какие-то проблемы есть, коммуникации, там, понимание, общение. Может, со сверстниками. Может, там мальчики, девочки друг друга не понимают. Да? Конечно, конечно. Почему целевиков гуманитариев намного меньше, чем целевиков гуманитариев? Хороший вопрос, отвечу вам. Мы правильно понимаем, целевиков – это те, которые идут куда-то в институт, правильно? Да, так, кто еще хочет уйти сейчас, чтобы потом уже остались те, кто мотивирован? Есть желающие, которые пришли осознанно сюда. Кто хочет уйти, может уйти. Я буду не по порядку, поэтому там не обижайтесь, да, кто первый задал, может, я в конце отвечу. По теме начнем, да? Давайте еще два вопроса. Важно ли высшее образование? Спасибо за вопрос. Так, все, аудитория скомплектовалась, да, еще нам одного человечка надо подсадить, Диляр, найди где-нибудь место, чуть одного человечка возьму, Диляр, вот есть место, иди садись бегом, бегом, пролезай, пропустите ее как-нибудь, знать это не в обиде. Десятое, еще один вопрос? Да, давайте. Меня зовут Лия, да, я бы хотела у вас узнать, как в таком огромном мире возможностей выбрать свое предназначение и то, чем хочешь заниматься. Был этот вопрос, вот как раз мне задали, как найти себя, свое дело и ну, свое направление. Может быть, по-другому сформулируете? Не знаю. Давайте, знаете, как вот есть, знаете, так, есть люди занимаются любимой работой, здесь есть нелюбимая работа. Как вы думаете, можно ли быть успешным, когда ты занимаешься нелюбимым делом? Нет. Можно?
Когда ты занимаешься нелюбимым делом, успешным быть можно. Что такое успешный человек? Успешный человек – это тот, который добивается своих целей, поставленных, преодолевает препятствия на пути к этим целям. Этот успешный человек. Разве нельзя стать успешным, занимаясь нелюбимым делом? Достигнуть цели, там, допустим, заработать миллион или еще что-то. Вот счастливым вряд ли, да? Счастливым вряд ли. А успешным можно быть. Ну давайте еще 10-й вопрос. Все про бизнес, может быть про какие-то личные еще. Нет больше вопросов? Оставим 9. Давайте еще. У вас есть вопрос? Как мотивировать себя? Спасибо, хороший вопрос. Так, поехали. Был вопрос, почему вы начали заниматься своим бизнесом? Я обещал, что ответ будет банальным. Когда я закончил институт, свой первый, да, у меня два высших образования, первый с красным дипломом закончил, второй не с красным. Первый закончил в 1994 году, второй закончил в 2014. Первый был технический, а второй был академик госслужбы. То есть, в принципе, вот я определил, наверное, в то время еще, кем я буду, чем я буду заниматься. В 1994 году, когда я закончил институт, красным дипломом, я должен был пойти по целевому направлению на завод. То есть все было классно, Германия, 3 месяца, стажировка, я немецкий знал, ну, отлично. Но 94-й год, все развалилось, ничего не открылось, я, соответственно, Германии никуда не поехал. Идти на производство, лишь бы прийти и получать зарплату, я не хотел. То есть я приехал, мне говорят, а зачем вы здесь нужны? Надоели, ходите, ходите. Я, конечно же, раз развернулся, я остался в своем городе, тогда в Хабаровске я жил. Мне никто ничего не предъявил, хотя я должен был 3 года отработать, потому что они вот избавились и избавились. И когда я закончил институт, несмотря на то, что вроде бы много знал, как мне тогда казалось, начал искать работу. Открывая газету, вот столько было предложений по работе в тот момент. А еще работы было вот столько. Сейчас наоборот. Сейчас вот столько предлагает работу, вот столько еще работы. Такая статистика. Поэтому не было выбора, пришлось идти искать что-то. Я начал там клеить обои, то есть, ну, надо же было как-то питаться, да, я жил один, я жил с девушкой, тогда мне было 22, девушке было 20. И так как человек ответственный, да, парень, я должен там кормить так называемую семью, хотя мы не были еще женаты, снимал квартиру и так далее, я начал что-то делать руками. Там красить, белить, там обои, я не знаю, там строгать, пилить, это я умел делать. И потом я понял, что... Наверное, у меня голова не для того, чтобы я сам руками это делал, я не могу заработать больше определенного количества денег. Я нанял бригады, мне было, наверное, года 23, ну, мужиков обычно, просто пособирал их, нашел им объекты, и они делали это за меня, а я его руководил, управлял. Ни один человек не верил, что у меня нет автомобиля, ни один человек не верил, что у меня нет компании. То есть не было ни автомобильной компании, но я как-то 3-4 объекта успел. То есть я в автобусах возил краску, обои на плече и как-то все вот разруливал. Не имея такого опыта, не имея знаний никаких, просто за счет, наверное, каких-то желаний. Я просто хотел. У меня была мотивация. С этого началась моя трудовая деятельность. Потом, понятно, я открыл компанию и пошло-поехало, закрутилось. А был вопрос еще, где я работал, да, какие направления бизнеса. Так сложилось, что я, наверное, сразу пошел в автомобильную тематику, да. Мы занимались какими-то присадками, потом запасными частями, потом я поехал в Японию, там быстренько как-то выучил японский язык, взял, через 2 недели получил права. То есть я приехал в Японию, через 2 недели у меня были права водительские. Не знаю японского, английского, так тоже можно в чужой стране. Японцы, конечно, очень удивлялись, у них глаза становились вот такие. Ну, я тогда, вот сейчас я это понимаю, почему? Потому что важный фактор – это желание. Нет желания – ничего не получится. У меня было желание получить эти права. Без знания японского и английского я их получил. Ну, не буду в детали вдаваться, как я это сделал, потому что это долго. После этого я там начал связывать Японию и Россию, и мы начали работать с запчастями, потом американские запчасти, потом техникой начали заниматься, ездил на аукционы. И с этого все вот крутилось, закрутилось. Потом открыл свои сервисы, выстроил там систему продаж, без вот этих знаний, которые сейчас, да, дают, ну, на какой-то интуиции, наверное, на клиентоориентированности. Потом меня пригласили антикризисным управляющим систему КАМАЗа, когда предприятие там на Дальнем Востоке было в предбанкротном состоянии. 150 человек ходили, все там говорят, денег нет, умрем завтра.
А предприятие было 30 лет, такое вот с историей. И так получилось, что... А я до этого прошел небольшое количество тренингов управленческих. И вот я получил знания, мне дали площадку, где я практически это мог обкатать, потренироваться. И я тренировался в свое удовольствие, просто вот балдел. Через год наше предприятие стало лучшим в России. Мы опередили Челнинский автоцентр, который рядом с заводом, такой придворный, так называемый, да, у которого вообще все хорошо, потому что через него КАМАЗы шли прямо с завода. А у нас были все внешние факторы очень плохие, потому что у нас были китайцы через речку, они сразу все машины через речку к нам гоняли. Китайские машины были дешевле, комфортнее, качественнее, больше возили, чем КАМАЗ. Но мы КАМАЗов продавали больше. КАМАЗ самый основной был 10 тысяч километров до нас, то есть, соответственно, до нас далеко было везти, у нас такое плечо было. И когда я приезжал на совещание, единственный, кто не говорил про китайцев, был я. Как ни странно, да? От китайцев все были дальше, чем я, но про китайцев не говорил я единственный. Все говорили, ой, китайцы нас душат, мы не можем продавать, у нас все продажи падают из-за китайцев, они виноваты. Меня спрашивают, ты говоришь, мне китайцы не мешают? Как? Они же идут через речку. У тебя же там, мне не мешают китайцы. И удалось получить самую максимальную прибыль, попасть в стройку всех предприятий. Ничего не меняя внутри практически, да, то есть я не взял ни рубля кредитов свне, я не менял направление деятельности, я не менял людей, то есть те же люди, которые у меня были, работали, которые плакали, говорили, завтра умрем, они стали работать в 3 раза лучше. То есть за счет слова трансформации все знают, да? То есть трансформация — это некое изменение, да? Что-то происходит с человеком или ситуацией. Вот только из-за трансформации людей мы смогли добиться таких результатов. И мы 2 года росли, то есть первый год мы выросли с 300 миллионов до 760 за год. Второй год выросли еще на 200 миллионов, почти миллиард. То есть я пришел, было 300 миллионов, через 2 года почти миллиард. У нас в автоцентре КАМАЗ был сервис самый лучший на Дальнем Востоке. То есть все импортные компании, это был 10-11 год, там были КАМАЗ, Caterpillar, Scania, MAN там и так далее, и Mercedes. У них не было такого сервиса, как у нас в КАМАЗе. Почему? Потому что мы ввели свои внутренние регламенты. У КАМАЗа был ремонт 30 дней по гарантии, у нас был 3 дня. То есть клиенты ко мне приходили просить скидку, я с ними общался 40 минут, и через 40 минут из всех, кто ко мне приходил за скидкой, двое даже извинились. То есть они реально почувствовали себя очень непорядочными людьми. Когда мы и так делаем, они еще просят у нас деньги, он почувствовал себя, что он залезает ко мне в карман, и сказал, извините, пожалуйста. Для меня это было на самом деле удивительно, когда клиент извиняется за то, что он у меня просит скидку. Сказал, ну вы понимаете, вы столько делаете. И мне удавалось их убедить, что скидка не нужна, зато мы все сделаем для вас. И клиенты ходили, говорят, ну да, КАМАЗ, конечно, не очень качественный автомобиль, но за счет того, что вы вот решаете наши вопросы за 2-3 дня, никто так не может на Дальнем Востоке, мы будем брать КАМАЗ. То есть мы не могли изменить внешние факторы, это сразу для жизни, да? Китайцев мы не можем закрыть. Я же не буду звонить Путину и говорить, ну закройте китайцев, не пускайте их. Или там можно нам КАМАЗ приблизить как-то поближе к нам. А можно как-то вот сделать еще что-то. Ну, я понял, что я это... А можно КАМАЗ сделать завтра прям таким, как Мерседес? То есть это все внешние факторы, на которые я не мог повлиять. Слышали таких людей, которые говорят, вот там, виноват Путин, тот. Я задаю вопрос, а ты можешь это изменить? Как? Я говорю, ну допустим, пойти баллотироваться в президент. И стать Путин, вместо Путина. Или еще что-то. Он мне говорит, нет. Я говорю, зачем тогда об этом говорить? Давайте говорить о тех вещах, которые мы можем изменить. Их на самом деле очень много. И вот про то, что я говорю, опыт я получил. Мы не меняли внешние факторы, мы на них не обращали внимания, не тратили на это время. Но тем не менее, за счет трансформации внутренней мы смогли достичь высоких показателей не в рамках только Дальнего Востока, а всей страны в целом. И на долгое время, наверное, опередить конкурентов, уйти вперед. Хотя они все работали по стандартам иностранным, которые там столетиями создавались. А мы сделали лучше их. И когда мы поменяли за 3 дня двигатель в тайге 300 километров, там клиенты вообще упали просто. То есть поломка двигателя исправили за 3 дня. Такого, говорит, в истории никогда не было. Чтобы машина со сломанным двигателем через 3 дня поехала в тайге. А мы сделали. Причем еще у нас автоцентр не потерял ни рубля, а мы еще заработали. И клиент остался доволен. Поэтому вот эти все вещи, которые я рассказываю, они очень интересные, и они, наверное, происходили со мной в течение жизни. То есть я не сразу к этому пришел, но начинал я вот с этого. Я вышел, такой работы нет, что делать, давай обои клеить. Такой красный дипломник, который клеил обои. Плюс я работал еще в кочегарке, да, ну, на 4-5 курсе. Ответил на ваш вопрос, да, как я начал бизнес и чем я занимался. И вот как-то 2 года назад я приехал в Казань и решил
что я знаю очень много вещей, которые я могу передать другим. Потому что те 150 человек, которые стали счастливыми, работая на этом предприятии, это не только количество людей, которые я могу сделать, наверное, счастливым, а могу большее количество сделать. И я осознанно принял решение уехать оттуда. Я оставил квартиру, машину, друзей, товарищей, бизнес. Все оставил, сел на самолет 2 года назад, взял 2 чемодана и прилетел в Казань. Наверное, в свой родной город, конечно же, но я вот здесь не жил очень долго. Для меня это было все новое. И тем не менее, я вот поработал в Казани, в Уфе работаю 10 месяцев. Вчера только вот был в Минпроме, обсуждали. У меня там за 10 месяцев порядка, наверное, 700 визитов, более 1000 контактов. И сейчас про Татарстан, Башкирию знают все практически за 10 месяцев. Такой некий позитивный нетворкинг. Вот. Я потом тоже коснусь, потому что вы первый вопрос задали. Поэтому можно всего достичь, можно все сделать. И есть такое понятие работа в ситуации неопределенности. То есть у нас люди стараются работать так. Я знаю, что будет завтра, поэтому вот я сюда иду. Сюда не пойду, потому что вдруг не получится, вдруг неопределенность. И вот умение работать в ситуации неопределенности, это закаляет, это развивает, это интересно, это драйв, это просто кайф. И когда ты получаешь, выходишь с этого, да, ты получаешь опыт. Вот я вам сейчас про счастье, мы про успех, наверное, да, говорили. Сразу перейдем. Я тут есть подобный вопрос. Так, бумага одна, да, у нас здесь есть. Так, кто знает, что такое цель? Или мечта, давайте скажем. Мечту, знаете, что такое мечта? Ну просто два слова. Что такое мечта? Или у вас нет мечты ни у кого? Это определенные планы, которые я хотел бы достичь. Планы это уже не мечта. Желание. Планы это уже ближе к цели. Да, желание ближе. Мечта это, скажем, визуализация, картинка, да, то, что я хочу. То есть вы в голове нарисовали, вот это мечта. А цель это уже такая формализованная мечта. То есть когда у вас есть дедлайн некий, да, время, когда вы хотите эту цель получить, когда у вас есть некий план, то есть это называется промежуточные цели, когда вы выстраиваете, когда вы примерно выстраиваете ресурсы, какие вам для этого нужны, ресурсы не обязательно финансовые, ресурсы есть финансовые, человеческие, временные. И вот давайте мы перейдем уже, наверное, к практическим вещам. Вот вы здесь, вот здесь у вас цель. Когда вы сюда двигаетесь, у вас обязательно будет на пути очень много препятствий. Вот в детстве родители очень помогают, да, вот эти препятствия преодолевать. Прям с самого детства. Кому-то до 5 лет, кому-то до 20 лет, кому-то до 40, кому-то до 60 лет помогают. Это даже печально, если до 60 лет родители продолжают помогать, преодолевать какие-то трудности. Вот это я нарисовал трудности. И было ли такое, когда вы, ну, допустим, к экзамену готовитесь, вы такая цель, сдать экзамен. И потом сдаете экзамен. И у вас такая вот эйфория. Вау, я сдал, да? Бывало такое? Прям такой подъем жизненных сил. Или вы экзамен сдаете? Блин, сдал же экзамен. Да? Или как? Или все-таки подъем? Вот когда вы какой-то барьер преодолеваете, такой идет некий подъем жизненных сил. Ну, конечно, если вам папа экзамен или мама купили, конечно, будет вот так. Ну, ладно, опять купили, ладно, завтра опять купим. А если ты сам трудился, старался, учился, тебе было трудно, не спал ночами, а потом сдал. Причем еще сдал даже на более лучшую оценку, чем предполагал. Вот здесь появляется некая эйфория. Вот можно сравнить, наверное, с ощущением счастья. Каким-то таким, вау, вот счастье, классно, да? Ну вот это успех. Про то, что мы говорили, да? Вы спрашивали, что такое успех. Дальше происходит следующий. И вы идете к достижению цели через барьеры. Преодолевая барьеры, по факту, если вы каждый раз преодолеваете эти барьеры сами, получаете вот здесь какой-то результат, вы чувствуете себя, в принципе, счастливым. То есть таким удовлетворенным. Здесь не обязательно финансовые цели, на самом деле. Здесь разные цели могут быть. Вы знаете, что многие люди устраиваются на работу, чтобы выйти замуж? Цель? Цель. Нормально. Хорошая цель. Кто-то устраивается для того, чтобы там получить зарплату. Кто-то для того, чтобы развиться. Кто-то для того, чтобы выйти замуж. Кто-то потому, что это крутая компания. У всех разные цели. Мы отдельно поговорим, то есть не будем говорить, что плохо, что хорошо, просто я дам разницу, а вы почувствуете, наверное, где вы там, ну, на каком уровне вы и что вы хотите. Вот это вот преодоление вот этих препятствий помогает вам. Есть такие вещи, наверное, давайте вот про деньги отвлекемся, чтобы мы перешли
к тому, что я хочу сказать. Как вы думаете, вот деньги, да? Это хорошо или плохо? Хорошо, да? Смотря как поставить, наверное, вопрос, да? Я об этом рассказывал детишкам, когда я был маленький, родители говорили, деньги зло. Потом сейчас родители говорят, деньги это вообще самое главное. Вот номер один. Какое выражение все-таки более правильное? Второе, это деньги вот самое важное, да? Или первое все-таки? Первое, это не то, ни другое. Ни то, ни другое. Давайте разберем первое, чтобы было понятно всем. Когда говорят, деньги зло. Представьте человека, которому в детстве говорили, деньги зло. Он не может заработать деньги. Он говорит, ну деньги же зло, я поэтому не зарабатываю. Мой сосед просто такой гад, он зарабатывает, он просто козел. Он просто плохой. Мне говорили, кто зарабатывает деньги, тот плохой. Он так думает, он в это верит на самом деле. Он завидует, тем не менее. Он болеет, потому что у него нет денег там лечиться, следить за здоровьем и так далее. Слышали выражение? Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Вот я раньше не понимал, я всегда считал, что справедливо либо богатый и больной, либо бедный и здоровый. Так не бывает. Как правило, когда у тебя есть деньги, когда ты успешен, ты здоров. А когда у тебя тело больное, ты не можешь быть успешным и счастливым, на самом деле. И тот человек, которому говорили, что деньги зло, он себя успокоил. У него дети тоже, ну, без денег же получается, да, дети говорят, мы хотим развиваться туда, туда, сейчас же все денег стоит, в принципе. Он говорит, я не могу тебе денег дать, ребенок не развивается. Ну, как бы недостаточно развивается, я бы сказал. И он сам больной, не развивается, денег нету, он не ездит отдыхать, он не читает какие-то там умные книжки хорошие и не растет по службе нигде. То есть человек может таким, такой человек быть счастливым? Нет. Второй вариант. Деньги это важно, это номер один. Человек всю жизнь думает только о деньгах. Как правило, поведение преступника, знаете, такой преступник? Вот чтобы перейти, деньги вот важное, да? Преступник это тот человек, который не уверен в себе, который понимает, что честным способом заработать не сможет никогда. И стать таким же успешным, как его вот там соседи или друзья, товарищи, он тоже не сможет. И будучи уверен в этом, он знает смысл напрягаться, если я не смогу. И он идет, совершает преступные действия. Ворует, там, обманывает, там, кидает кого-то и так далее, так далее. И поэтому чаще всего люди, которые думают только о деньгах и ставят целью деньги, они при достижении этих целей больше ни на что не смотрят. Вы же слышите по телевизору постоянно, там какой-то директор пришел на завод и разорил завод. Разве когда его на завод брали, там у него было в должностных инструкциях, ты должен прийти на завод и его разорить, чтобы люди были несчастны. Вот я управлял предприятием, да, 150 человек у меня было. Моя задача была, чтобы все люди были счастливы. Самая главная задача. И я туда шел, к этому, то есть я как социально ориентированный человек. Когда человек разорил завод, оставил несчастными много-много людей, зато он получил деньги. Другой там украл что-то в магазине. Третий продал покупателю не то, что ему нужно, убедил его в этом. Покупатель домой приходит и понимает, что он купил не то, его кинули, он больше туда не придет. Это то же самое. Преступная деятельность называется криминальный бизнес. Вот это называется криминальный бизнес. Когда ты убедил купить, он ушел и остался недоволен. Потом, когда человек приходит на работу и говорит, я пришел на работу, плати мне деньги, я работать все равно не буду, а ты мне плати. Ну, директор говорит, ладно, ты бестолковый, я тебя беру, платить буду деньги, буду за тебя работу выполнять. Такое часто бывает. Когда люди устраиваются на работу и прибегают, говорят, шеф, я вот не могу сделать, давай, сделай за меня. Он за него делает, а зарплату мне плати. Директор соглашается с тем, что он взял его на работу, что он не будет выполнять работу, но зарплату он будет получать. Это, ну, директор с этим согласился. И он тоже с этим согласился, он с этим ушел, чтобы не работать, получать зарплату. Сегодня уголовная ответственность наступает, там, когда ты 1008, наверное, украл, уже уголовная ответственность. А если зарплата 10 тысяч, он получает ее просто так. За это тоже, на самом деле, надо садить полы, правильно? Поэтому это тоже выражение деньги, это важно, но это не номер один. То есть деньги, это, скорее всего, инструмент достижения цели. Я вот детишкам приводил пример, когда молоток кирпич. У тебя есть кирпич, да, ты забиваешь гвозди. Можно гвозди забивать кирпичом? Кто-нибудь пробовал? Кто пробовал кирпичом гвозди забивать? Ну, вот с чего надо начинать, оказывается. Надо их брать, везти, давать им камень и забивать кирпичи, эти гвозди. Вот я в детстве, знаете, сколько забивал? И на рыбалке, и на охоте, и где-то там гаражи мы строили. И мы забивали. Тогда сложно, он будет рассказывать. Ну, в любом случае, вы согласны, что молотком можно? Молоток-то знаете, что такое? Держали в руках молоток? Конечно. Радует. Вот кирпич – это инструмент, да?
Я забиваю гвоздь инструментом, медленно, плохо. У меня есть молоток, я забиваю лучше, и забиваю качественнее, и забиваю быстрее. Вот разница. Вот кирпич стоит рубль, молоток стоит 5. Дороже инструмент, я делаю работу качественнее, лучше. Вот так же деньги. Чем больше у тебя ресурс, при том, что ты тот человек, который хочет делать добро и делать людям хорошее что-то, полезное, тем больше ты сможешь сделать с деньгами. Чем меньше у тебя денег, тем меньше ты можешь сделать. Если у тебя цель не делать добро, не делать хорошее людям и полезное, то все, что ты там украдешь или там заработаешь, они тебе вряд ли счастье принесут. Приятно только тогда, когда ты что-то делаешь полезное, и ты видишь результат своего труда. И чем более полезного ты предлагаешь людям, тем более счастливым, богатым ты будешь. Это закон на самом деле. То, что мы видим по телевизору, мы правду не знаем. Я знаю правду, потому что я с людьми общаюсь и вижу, кто как относится к жизни. И запомните, деньги — это на самом деле инструмент достижения цели, вот сюда. Чем больше денег, тем ты, наверное, более высокие цели достигнешь. Поэтому деньги — это на самом деле хорошо, но это не цель номер один в твоей жизни, это вообще не цель. Когда ты, вот чтобы еще понятно было про молоток кирпич, когда ты покупаешь молоток, ты ставишь себе все-таки какую цель? Вопрос это. Чтобы забить больше гвоздей за определенное количество времени. Но вы же не ставите цель купить молоток. А для того, чтобы забить гвозди быстрее, больше качества, вы покупаете молоток. Так же с деньгами. Вы ставите себе вот здесь цель, понимаете, что вам нужно столько денег, вы их зарабатываете и получаете эту цель. Ну, помимо этого, еще какие-то навыки. А что такое навык? Вот инструмент мы разобрали. Что такое навык? Умение, да. Способность, умение – это вот только закрепленное, да? Потому что навык, его надо закреплять. Что такое закреплять? Это делать, делать, делать до того момента, да, до совершенства. Поэтому, имея инструменты, навыки, можно достигать цели. И все, что я вам рассказал, с этим не рождается. Не рождается с молотком, не рождается с умением там убивать. Поэтому вопрос, какие там люди там с рождения продажники, они хорошие там, или успешные предприниматели? Я ответил, наверное, на ваш вопрос. Да, нету с рождения успешных продажников, предпринимателей, счастливых людей. С рождения их нет. Все дети рождаются успешными, образованными, приспособленными, одаренными с детства. Все дети. Бывает, конечно, заболевание, когда плохо работает мозг, там, допустим, даун, да, вот и так далее. Это когда IQ ниже уровня. Это, конечно, печально. Но все дети рождаются способны, одаренные. Вот в вашей школе я вижу, как команда руководителей, вот Эдиляр Сабик, и команда преподавателей, они пытаются вас способности эти раскрывать. То есть они вам дают возможности, и вы их где-то раскрываете. Потому что чем меньше возможностей, к сожалению, тем сложнее раскрыться. Если у ребенка есть способности к футболу, и он любит играть в футбол, это его просто, ему нравится играть в футбол. Но он живет где-то в деревне, где нет команды, где нет соревнований, где нет хорошего тренера. Вряд ли он станет хорошим футболистом. Потому что в детском спорте очень быстро все. Он 2-3 года там потерял, приехал, все, он уже не догонит. Но очень редко. Поэтому вот способности развивать, вернее, способности родителей в вас вкладывать и давать вам возможности, это тоже очень важно. Но это не главное. Ваше желание, ваше стремление и ваше усердие – это еще такой кирпичик для достижения успеха. То есть любой человек может быть успешен с рождения, да? Нельзя вот определить. Просто есть такая интересная книга, когда американские ученые, они проводили там тысячи опытов, и первое желание было такое, что IQ какой высокий, значит, он будет успешен. Провели по статистике 20% людей, у которых IQ. IQ знаете, что такое, да? Интеллект, да, который человек? Которые выше среднего, они стали успешными, 20%. 20% стали ниже уровня, то есть, ну, бедности, да? И где-то середина, 60% стали такими середнячками. Значит, это не IQ. Оценивали родителей и детей обеспеченных и необеспеченных, ну, малообеспеченных, скажем так. Сказали, так, чем обеспечены родители, тем более успешным будет ребенок. Проверяли эту гипотезу. Взяли детей с родителями и смотрели. Вот по учебе все одинаково. Нету такого, кто-то лучше, хуже. То есть независимо от состояния родителей, дети учились примерно одинаково. Единственное, что заметили, когда проходит лето, осенью те дети, у которых родители были обеспечены, они были чуть-чуть выше.
То есть они больше знали, они больше умели, там, быстрее считали и так далее. Как вы думаете, почему? Варианты. Ну просто предлагайте, вы не стесняйтесь. Надо быть немного это так, увереннее в себе, то есть вас никто не съест. Чем больше вы сегодня информации отсюда несете, тем более успешными и счастливыми вы станете. Как вам такая проблема? Кто хочет стать успешным и счастливым? Задавайте больше вопросов. Нет вариантов? Да, вот те дети, у которых родители не имеют возможности летом и стараются лето дождаться, чтобы детей куда-нибудь к бабушке. Да, это хорошо, конечно, бабушка, свежий воздух и так далее, но у детей там одна картинка, все 3 месяца. Лес, природа, рыбалка там, я про себя помню, тоже так было. Те родители, у которых, хотя я и в лагеря тоже ездил, те родители, у которых есть возможность детей куда-то отправлять, они летом, у меня, допустим, сын хоккеем занимается, специально на сборы куда-то ездит, плюс какие-то лагеря, отправляют детей куда-то учить язык за границу, то есть меняет им картинку. И те дети, которые летом чем-то занимаются, они к осени, к сентябрю приходят вот настолько выше, чем те, которые не занимаются. Потому что нейронные связи образуются, когда человек постоянно мыслит, думает. Там независимо, языки учит, спортом занимается, хоть чем. Главное, картинка меняется, что-то новое узнает. Даже пионерские лагеря, так называемые. Сейчас летние лагеря, не пионерские. Поэтому я вам тоже советую летом чем-то заниматься, если даже родители вас никуда не отправляют. Для этого не надо много денег. И третий момент, значит, это вот у них не состоялось таких очередей. И вот третий кирпичик, да, успешности ребенка. То есть успешность человека, который вырастет, ну вот, ребенка, что нужно делать? Первое, это он родился нормальный ребенок, который мыслит, думает, IQ не важно, IQ, там, от 90 там, до 170, без разницы. Второе, это те вложения, которые родители детей вкладывают. Если ребенок способен к футболу, что нужно делать тем родителям, которые это видят и понимают? Надо брать этого ребенка и ехать туда, где есть футбол. Хотя бы одному из родителей, и там его прокачивать. Потому что важно здесь желание ребенка. Даже неспособности. И третий кирпичик, да, помимо то, что родители в детей вкладывают, это усердие. Вот без усердия все, что я сказал до этого, не имеет никакого значения. Даже если у вас там вкладывают, вы там IQ высокий, без вашего усердия желания ничего не получится. Есть много примеров, те же Битлы, да, тот же Билл Гейтс, у них были эти все возможности, но только за счет своего усердия они могли добиться таких результатов. Даже есть такое правило, человек становится профессионалом в любом деле, если он отдал этому делу 10 тысяч часов. То есть вот как вот 10 тысяч часов ты одному делу отдал, ты становишься профессионалом. У кого-то раньше, у кого-то позже, но это как раз усердие ближе. Чтобы 10 тысяч часов отдать делу, ты же те же родители не могут это заставлять. Ты должен сам стремиться, стараться, это вот начинает там до 6-7 и вперед туда наверх. Поэтому, ребят, вот я вам показал, что цели, вот здесь вот, достигнуть может любой человек, любой цели, в определенный промежуток времени, используя определенные ресурсы, то есть инструменты, навыки. Если он с детства начинает жить, стараясь, получая дополнительные какие-то навыки. Ну, в принципе, все. Если он уже родился, он уже успешен, на самом деле. Поэтому давайте вот теперь цель немного разберем, да? Почему люди не достигают своей цели? Ну, какие вот такие бывают примеры? Давайте. Возможно, не хватает мотивации или, например, мотивации. Мотивацию мы отдельно разберем. Давайте вот с цели. Почему человек, ну, к примеру, вот вы сейчас сидите такие, послушали меня, сказали, классно, какой цели можно достичь. Так, я хочу в космос полететь. И ставлю-ка я себе цель неделю. Вы полетите в космос через неделю? Нет. Почему? Я же вот по этой формуле же полетите. За неделю навыки можете себе время, чтобы достичь своей цели. Хорошо, через год. Через год полетите. Смотрите, есть первая очень важная фраза, да, при постановке личных целей. Цель должна быть реальной. То есть можно любую цель поставить, но она должна быть реальной. Во-первых, вряд ли вы хотите полететь в космос. Во-вторых, для того, чтобы полететь в космос, надо понимать, что человек должен учиться, тренироваться, налетать сколько-то там тысяч часов, прослужить в войсках там, ВВС не менее 5 лет и так далее, и так далее. То есть это вот
сразу лет на 10. Вы готовы 10 лет ждать, чтобы стать космонавтом? Если готовы, да, вперед. Но никак не через неделю, а через год. Если вы ставите цель, обязательно цель должна быть реальной. Причем она должна быть... Вы знаете, как многие люди думают, вот у меня сейчас зарплата, допустим, 10 тысяч, да? А я хочу купить себе, ну, условно, там, Мерседес за 3 миллиона. Он считает, ну, не получается. Не получается купить. Значит, я не смогу себе купить Мерседес. Ну, может, не очень удачный пример, да? Ну, допустим, давайте его разберем. А другой человек говорит, так, я хочу купить Мерседес. Просто хочу. Вот это моя цель, мечта. Причем я хочу купить его через год. Не то, что даже купить. Я хочу владеть. Слово купить, наверное, неправильно. Я хочу владеть Мерседесом. И он такой раз, и через год владеет Мерседесом. Он не думает о том, сколько он зарабатывает, не думает, как он будет зарабатывать. Просто ставит себе цель. Пишет примерные подпункты, что нужно делать для этого. И достигает. Вот у меня была такая, я думаю, дайте проверю, работа не работает. Когда я вот тренинг прошел в 2010 году, в 2009. У меня был тогда Subaru, турбовый 280 лошадей. Ну, в принципе, новая машина, хорошая. С Японии привозил. Но я захотел Lexus 470 на тот момент. Вот захотел, не знаю, хочу. И такой думаю, дай-ка проверю, работает, не работает. Взял у себя на ноутбуке, картинку Lexus загрузил и каждый день на нее смотрю. Думаю, как-то же вот появиться должно. Понятно, я работал, стремился, что-то делал. Через какое-то время мне предлагают пойти на КамАЗ работать. Я соглашаюсь. Причем я сначала не хотел. У меня свой бизнес был, там работа, какой КамАЗ. А потом это вызов. Я вообще люблю вызов. Не раз вызов такой. Говорят, там сложно, там трудно, там банкротство, там кредиты, там вообще все плохо. А представляете, прийти на предприятие, на котором никогда не работал. Вообще ни разу не работал. И прийти сразу такая гора проблем. Еще никогда не управлял таким количеством людей. Ну я пошел. И как вы думаете, там водитель с автомобилем, ну не Lexus, сам Land Cruiser, леворукий, прям рубль в таком кузове, еще и с водителем. Вот значок Toyota Lexus, у меня бонусом водитель был вместо Lexus значка, но это был тоже автомобиль. Только вместо Lexus был значок Toyota, леворукий там, новый, все хорошо, и 2 года меня возил на этой машине. Я его не купил, конечно, но у меня был автомобиль 2 года. Вот, пожалуйста, картинка. Я понимал, что его купить не смогу тогда за год, мне не хватало зарплаты, он стоил тогда 1 800 000. И даже продав там свой Subaru там, за 400 тысяч, я не мог его купить. Вот, пожалуйста, работает. Поэтому, когда вы ставите цели, не надо думать, что вы их не достигнете, потому что у вас там чего-то не хватает. В этот момент конкретно. Но цель должна быть реальной. Второй момент должен быть обязательно срок определен. Когда вы говорите, я там заработаю денег там или устроюсь на работу когда-нибудь, вы, наверное, когда-нибудь устроитесь. Но если вы говорите, мне нравится вот такая работа, я хочу ее получить, ставлю себе срок год, хочу получить эту работу и начинаете к ней идти. Какие-то барьеры преодолевать, вы ее получите. Если, конечно, вы реально хотите. Поэтому, когда мне вопрос вот кто-то задавал, да, вы, наверное, говорили, как себя найти там, как достичь цели. Вначале мы говорили про любимую работу, нелюбимую. То, что многие люди занимаются нелюбимым делом, потому что приходится, ходят, плачут, им плохо. А любимым делом они не занимаются. Либо они знают, что им нравится. Ну вот мы с детишками когда разбирали, они говорят, а как быть с двоечниками? Вот что делать с двоечниками? Вот отличники двоечники, вот вопрос. Вот как вы думаете, что делать с двоечниками? Как их поднять? До уровня, там, допустим, отличников, да? Есть варианты? Мотивировать. Что такое мотивировать? Да надо просто заинтересовать, как. Давайте мотивировать, что это такое, разберем. Ну, нормальный вопрос, да? Что такое мотивировать? Ваше, вот если вы сказали, вы же должны понимать, о чем говорить. Внимание привлечь. Как заинтересовать? Ну, например, любой вариант. Сказать, слушай, если ты будешь отличником, ты же будешь крутым пацаном в классе, да, тебе будет сильно. Или как? А вы знаете, я вот видел ребят, я же много в школах общался тоже, да, вот в других городах. Я видел ребят, которые плохо учатся, но они прям такие крутые на самом деле, потому что они говорят, мы не конформисты. Знаете, такие конформисты? Это те люди, которые пытаются подражать всем, да? То есть вот, к примеру, там все сидят, говорят, вот эта вот полоса там, ну, к примеру, сразу перейдем, вот эта вот полоса, да? Это короче, это длиннее, правильно? Вот вы сидите в группе, и там сидит 50 человек, и говорят, вот эта вот полоса, она короче, чем вот эта. Вы понимаете, что это не так?
Ну все 50 человек так говорят. Ты начинаешь сомневаться в своем зрении. Ты начинаешь сомневаться вообще в своей компетенции. Потом ты боишься сказать и выглядеть дураком, что тебя выгонят оттуда, и общество не примет, и ты говоришь, да, вот эта вот полоса короче, чем эта. Вот это конформизм. Называется. Конформизм хорош в армии. Там да, там все должны делать определенные вещи. И вот тот человек, который учится на двойке, ну, опять же, зависит от ситуации. Если, допустим, в школе такая, как сказать, технология, наверное, обучения, да, такой принцип, всем говорит, надо на пятерке. Он такой, блин, я не хочу быть как все. Я могу учиться на пятерке, но я не хочу быть как все. Мне цель неправильно задали. У меня другая цель. Я хочу быть индивидуальным, хочу развиваться и так далее. И он учится на двойке. Хотя разбираешься, пацан грамотный там и все. Значит, ему неправильно задали план, цель неправильно задали. И мы с детьми разбирали этот вопрос, говорим, а вот есть статистика на четверке, пятерке учится или на двойке, кто успешнее? Ну, Стив Джобс отличником был. Но это не говорит о том, что надо плохо учиться. Во-первых, руководители должны задавать планку, для чего ты учишься. Вот я детям тогда рассказывал, для чего нужна математика, физика, химия и так далее. Они меня прекрасно поняли. То есть дети тогда сказали, блин, классно учить математику, чтобы я не погиб, потом мои родственники не погибли, и так далее, и так далее. Вот у них мотивация. И он будет учиться на четверке, на пятерке, потому что он в интересе. Но не на двойке. Часто на двойке, редко очень дети на двойке учатся, которые не тянут. Такие тоже есть, редко. Большинство это какой-то там протест, наверное, часто. И когда у человека есть протест, личное мнение, это очень хорошо. Особенно в наше время сегодня. И человек, когда двигается совсем по другой дороге, нежели все рядом. Поэтому учиться надо. Школьные предметы. Вам интересно, как школьные предметы помогают жить и выживать? Что детям это было интересно, может вы уже это все позади? Интересно, нет? Да. Вот ситуация, да, я ту же самую приведу. Вы едете, ну, на автомобиле. Ну, вот два человека на автомобиле едут, перекресток. Один его проезжает, одинаковая ситуация. Один его проезжает спокойно, а второй попадает в ДТП. Какой из них лучше знает математику? Вопрос. Почему? Потому что у первого автоматически идет расчет скорости автомобиля, он видит его на циферблате, примерно представляет глазомером расстояние, видит скорость той машины, которая едет, и понимает, либо надо притормозить, либо надо скорости добавить и проехать. А второй этого не анализирует, он плохо математику знал, он не может даже представить, что там, сколько метров, как я доеду, он просто тупо едет, потому что он крутой. Он считает, что он важнее, машина лучше. И все. Либо авария там с какими-то последствиями, а еще родственники. Вот, пожалуйста, я вам показал, незнание математики приводит к каким последствиям. Или плохое знание математики. То есть вы, не думая об этом в детстве, потом попадаете в эти истории. И опять же, если ты знаешь математику, у тебя больше возможностей. Я вот, допустим, математику хорошо знал, знаете, как помогает? Классно. В переговорах. Там люди ситуацию быстро меняют, договора раз, другие цифры выдают. Я такой хлоп-хлоп, а калькулятора под руками нет, а я очень быстро считаю, хорошо, и там проценты. Я быстро раз-раз перемножу, говорю, не, ребят, мне это не устроит. Почему? И давай мы это раскладываем, и они сидят такие, вау. И пока вот это вау, они быстро подписывают то, что я им говорю. Или наоборот, надо быстренько что-то там договориться, я быстро цифры хоп-хоп, манипуляцию сделал, раз. Они сидят, они же не могут сказать, что мы дураки считать не умеем. А я вижу, да, не умею. И я на раз подписываю договор, я там на 100 тысяч больше заработал. А они такие не могли просчитать. И таких историй миллион, на самом деле, которые, где математика помогает, где география помогает не потеряться там, где помогает, допустим, знание, что змеи там они ядовитые, да, могут укусить. И ты такой думаешь, ой, что укусит. А кто не знает, он идет, его кусает. И поэтому знания базовых предметов, они помогают в жизни очень много. Мы просто не задумываемся над этим, на самом деле. Так что учите предметы. Помогает в жизни. Поэтому это к успеху имеет прямое отношение. Даже не к успеху, а к безопасности вашей. Наверное, так бы я сказал. Ну, как к успеху в том числе. У меня было всегда преимущество перед моими оппонентами, потому что я хорошо считал. Вот они не меня обмануть не могли. Я даже автоматически, когда из магазина выходил, покупал там 15-20 продуктов, и как-то автоматически я считал. Даже вот даже не помню как. Ну, там просто густые замены. Ну, блин, отбись, наверное, обманули. Ну-ка, давайте. Она когда меня смотрит, сидит, как это я вообще? Она думала, что я там с калькулятором ходил, считал, потом калькулятор положил и знал цифру, сколько. А я не рубль в рубль посчитал, я помню, у меня рублей на 200 обманули. Ну-ка пересчитайте. Там 195 рублей, что ли. Элементарные вроде вещи, мелочи, но помогают.
Так, какие вопросы? Дальше перейдем. Я сейчас посмотрю, что мы озвучили. Вот вопрос был, как себя найти и как бизнес открыть, да? Мы сейчас их объединим. Как понять, что ты хочешь в жизни? Вот я ответил на этот вопрос или нет? Нет? Давайте еще раз. Значит, когда у тебя есть какое-то желание, у каждого человека оно есть. Вот я про двоечников вам сказал. Ребят, у каждого человека можно найти какое-то желание и помочь ему это желание реализовать. Вот, допустим, у меня работало 150 человек, и я каждого поздравлял лично с днем рождения. Люди, многие даже не были в кабинете директора за там 10 лет ни разу. Что-то на третьем этаже. И когда его секретарь говорит, поднимитесь к директору, он вообще с такими трясущими коленками, грязный весь слесарь, такой поднимается, заходит, говорит, можно? Ну, мужик такой взрослый уже. Я говорю, да, конечно, проходите. Подхожу к нему, жму руку, говорю, здравствуйте, я поздравляю с днем рождения, то-то, там, желаю успехов, там, и дарю ему там какой-то там журнал про рыбалку. Ну да. Во-первых, сначала в шоке, что его директор лично поздравил. Ему подарили журнал о рыбалке. Потому что я с ним лично так близко не знаком. Но я узнал, что он любит рыбалку. И я ему подарил то, что ему нравится. И человек целый день работал просто 200%, наверное, было у него выработки. 200%. И когда мне спрашивают, а как вы добились того-того, я говорю, самый бесплатный. Вот говорили, как можно без денег там бизнес развивать, да? Бесплатный способ поднять производительность труда. Когда 150 человек, работников, работает 8 часов с выработкой 200%, это просто поздравить его с днем рождения в этот день. И ни один не уходил раньше. Обычно же отпрашивается, день рождения, можно мне там цветы купить, ни разу вот до 5 работает и все, еще и до 6. Человек просто 8 часов тарабанил, на него все смотрят, ты что делаешь, зачем? Ты никогда не работал, ты лентяй. Да вон там. И представьте, 150 дней я для предприятия приносил бесплатно полной выработки. Ничего не делал бесплатно. Вот, пожалуйста, я просто нашел, что человек любит. И каждому дарил то, что он любит. Какие-то копейки, там, кому-то журнал про рыбалку, про охоту, кому-то про грибы, кому-то кулинарный журнал, кому-то там про женщин, еще про что-то. То есть, кто что любит. Ну да, и такие были, кто женщины, ну раз там какие-то там книжки я помню, дарили. Как соблазнить женщину, что-то такое. Ну, сейчас вот до потолка прыгал. Ну, в хорошем смысле этого слова. Технологии. И поэтому я уж так, шутка была. Поэтому у любого человека... Из раздела мотивация. Вы знаете, вот про мотивацию я бы хотел отдельно остановиться. Знаете, есть такие люди, которого никогда ты не замотивируешь ни на что. Вот, давайте, наверное, к предприятию перейдем, ну, чтобы вот не разрываться, да? Предприятие работает. Одно предприятие работает хорошо, другое работает плохо. Вот как вы думаете, почему предприятие может работать плохо? Любое предприятие. Образовательное учреждение, не знаю, услуги, там, продажи и так далее. Вот мы сейчас как раз там к продажам, к маркетингу перейдем. Можно... Да? Давайте. Люди просто работники не заинтересованы в своем деле. Работники близко не заинтересованы. Почему они не заинтересованы в своем деле? Зарплата маленькая. Это одно из. Зарплата маленькая. А бывают такие люди, у которых зарплата высокая, они не работают. Да, таких большинство на самом деле. Значит, главная причина, одна из важнейших причин, да, на предприятии, это когда на предприятии взяли неправильного сотрудника. То есть говорят же стратегический ресурс компании, да? Вот как вы думаете, люди это стратегический ресурс компании или нет? Да. Люди стратегический ресурс. А вы встречались с такими людьми, которые все портят, не хотят работать, подставляют и так далее? Это может считаться стратегическим ресурсом предприятия? Такие люди. Правильно подобранные. Да, вот правильный сотрудник – это стратегический ресурс, а люди – это не стратегический ресурс. Поэтому есть люди – правильные сотрудники. Я вам буду говорить очень простым языком, если вы бизнес будете открывать, я думаю, это запомните. Потому что очень много тренингов рассказывают там целый день про это, и потом ты выходишь, не понимаешь, что это такое. Вот правильный сотрудник отвечает только двум критериям. Больше нет. Два. Первое. Он выполняет ту работу, на которую наняли эффективно. То есть он достигает результата именно на той работе, на которую наняли, то есть результат. И вторая, это он не сводит с ума свое окружение. То есть, знаете как, есть люди, которые работают классно, дают результат, все четко, ну, блин, все вокруг него валится, рушится, с ним никто общаться не может. Все нервничают, все увольняются и так далее. Такие люди есть, на
самом деле их очень много. И если человек даже дает результат, но он сводит с ума свое окружение, когда вот директор, руководитель от него, там сотрудники все плохо чувствуют, его надо увольнять сразу. Так же, как надо увольнять человека, который не дает результат, но он классный парень. Вот такой или девушка, вообще классный, душа компании, все его любят. Как правило, это псевдо-любовь, на самом деле, и псевдо-хорошая, но он не дает результата. Все. Если вы знаете, что человек дает результат и не сводит с ума свое окружение, вы знаете, что у вас правильный сотрудник. В каком случае не работает предприятие? Первое, мы определили, что правильного сотрудника, если не нанял, не работает. Второе, когда ты нанял правильного сотрудника, но предприятие работает плохо. В каком случае? Сотрудник правильный, хороший. Как вы думаете? Ну, представьте себя, вот вы там работаете, работаете, другой работает, третий работает. Вы хотите расти, а директор будет сидеть передо мной, туда. А ты говоришь, да туда плохо, сюда лучше. Второе, предприятие не работает, когда им неправильно управляют. То есть правильный сотрудник есть, но им неправильно управляют. Вот две причины, больше нет. Если вы хотите открывать бизнес, самое первое, надо найти единомышленника. Там либо это компаньон, либо так далее, либо кто-то. Правильных сотрудников, создать с ним команду и правильно ими управлять. Других нет причин, все. Дальше есть технологии. Вот я отделяю сайт на сегодня курсу, которую подарил мой товарищ, написал вместе с американцем. Называется «Знаем без ошибок». Там прям все технологии, как определять неправильных сотрудников, которых нельзя допускать на предприятие. Ни при каком, вообще ни в каком случае. Понятно? Друзья мои, мы обговорили, что здесь остается тот, кто хочет остаться. Поэтому сейчас уже выход в процессе, они как бы не поощряются. Изначально, кто не хотел слушать, просил уйти. Поэтому сейчас давайте включаемся в работу. У нас осталось 45 минут работы. Я хочу, чтобы по максимуму для себя взяли. Ну, вот я смотрю, вопросов мало, я больше рассказываю. Все-таки хотелось бы от вас каких-то вопросов. Вот давайте вопросы. У меня один вопрос. Как вы думаете, на ваш счет, что лучше, открывать свой бизнес или покупать франшизу какого-либо бренда? Так, открывать, смотрите, у меня была тема одна, что лучше, найм или бизнес, да? Вот я хотел сегодня это озвучить. Это, наверное, немного другое. То есть есть такое понятие. Кто-то идет в бизнес, да, кто-то нанимается, идет наемник. И вот что лучше, найм или бизнес? Я работал и там, и там. То есть я открывал свой бизнес. Я был наемным антикризисным топ-менеджером, про то, что я вам рассказывал. Сейчас я тоже по найму работаю в госслужбе. Это вообще другой формат. И поэтому, ну, у вас другой, да, вопрос? Именно либо франшиза, а открыть свой бизнес по франшизе или не по франшизе, в чем разница? Ну, что именно прибыльнее, открывать что-то придумать свое или все-таки? Интересен кому этот вопрос про франшизы, что лучше открыть, да? Интересен? Смотрите, что такое франшиза? Франшиза – это, скажем так, технология работы предприятия. То есть, что люди говорят, как общаются, количество людей, зарплаты и так далее, вообще вот все упаковано, там брендбук там. И сегодня, к сожалению, порядка 80% франшиз, даже больше, наверное, они нерабочие. Просто нерабочие. У нас сегодня страна вступает в третий уровень мошенничества. Да? Первый был в 90-х годах, когда МММ было, там, Леня, куплю там сапоги, там, и так далее. Про МММ слышали, наверное, все, да? Вторая волна мошенничества была в 2000-х годах, а сейчас третья волна мошенничества. То есть очень много мошенников, они работают и в образовательной сфере, и франшизы, и все. То есть люди просто разводят других людей на деньги. И поэтому больше 80% франшиз, они не рабочие. Их просто ты возьмешь, потратишь деньги, и они работать не будут. К сожалению, это криминальный бизнес, очень многие на это идут. Но за счет того, что есть Инстаграм, интернет, там все раскачивает красиво. Для того, чтобы туда не попасть, есть определенные технологии, да. Вот у меня товарищ Алексей, он профессионально проводит. То есть, если вы хотите, допустим, купить франшизу. По франшизе бизнес открыть проще. Есть деньги, ты покупаешь и пошел-поехал. Главное, что это тебе нравится, да, чем ты занимаешься. И ты можешь быстрее выйти на окупаемость, там, на все. Да. Но самое главное, проверить, франшиза рабочая или нет. Это нужно задавать вопросы определенные, да, правильные вопросы, и выяснить. Вот есть игра такая, Алексей, бизнес-шахматы называется, да, бизнес-игра. Вот мы играем, очень интересно. И там есть такое понятие «факты мнения». Да? Вот здесь ученики 10-11 класса – это факт или мнение? Факт.
Здесь вот люди собрались, в которых есть свой бизнес. Это факт или мнение? Это мнение, да? Потому что пока ты не проверишь это, да, это мнение. То есть факт — это то, что можно проверить и документально записать, да, или там узнать откуда, из источников, из открытых. Поэтому если вы хотите купить франшизу, надо просто все досконально проверить, потому что покупают ее на эмоциях. У меня очень много людей, которые покупали франшизы там за 500 тысяч, за миллион, за 1 200 000 и просто попадали. И знаете, что самое страшное в этом? Не то, что ты там деньги потерял. Самое страшное — что ты потерял уверенность. Потому что те люди, которые ведут сегодня тренинги, не буду названия говорить, те, которые ведут там интернет-тренинги, учат там бизнес и так далее, которые продают франшизы, они заведомо понимают, что они вас обманывают, но помимо обмана они вас еще вселяют неуверенность в себе. Как это происходит? Вы такой нормальный человек, вроде бы уверенный, все хорошо, да? Видите, кто-то там пропиарил, там, либо Портнягин, либо кто-то кого-то. Говорите, классно, я Портнягин верю, там трансформатор, круто, я сейчас пойду куплю. Раз он его пропиарил. Вы покупаете франшизу. Или там идете учиться, платите там 30 тысяч рублей, и интернет там проходит обучение трехмесячное. И у вас не получилось. Первая мысль какая? Ты дурак. Потому что он смог, 20-летний парень, там, а я не могу, а мне 30. Значит, я дурак. Первое мнение, да? Как вы думаете, это на вашу психику и на ваш успех, это как бы положительная или отрицательная работа? Вот и все. Поэтому, если вы покупаете некачественный товар, продукт, и он у вас не работает, лучше в магазине некачественный купить и сказать, какой плохой продавец, я больше туда не пойду. Но если ты покупаешь образовательный продукт нехороший, если ты покупаешь франшизу нехорошую, ты помимо того, что потеряешь деньги, еще потеряешь уверенность в себе. А вот неуверенность в себе — это самое страшное сегодня. Вот сюда точно не придешь. Поэтому с этой точки зрения лучше открыть бизнес, либо франшизу, но ее очень классно надо проверить. Вопрос еще какой? У вас? Да, слушаю. Во-первых, спасибо за вопрос. Во-первых, всегда нужен анализ. Знаете, вот есть такие вещи, формулы, я вам сейчас напишу. Опять же, наверное, она, эту формулу успеха можно назвать. Первое. Тоже можете записать. Я очень простые вещи говорю, там, не в таких категориях. Одна, две, три позиции. Но это можно применять, начинать прямо сейчас, выйдя отсюда. Первое — это наблюдать. Развивайте в себе способность и навык наблюдать. Первое. Второе – это анализировать или делать выводы. Третье – это принимать решения. Четвертое – это действовать. Вот часто бывает, у кого было такое, что все, завтра начну заниматься спортом, или завтра начну заниматься английским, или проснусь в 7 утра. Было такое? Да. Вот эти три пункта уже прошли. То есть вы понаблюдали за кем-то, кто-то там более успешный, там более накачанный, лучше знает вас. Проанализировали, что вы тоже можете этого достичь. Вам нужно только вот это, вот это, вот это, вот это. Приняли решение, что я завтра проснусь и начну. Или там с первого. Но вот действовать иначе. Успеха нет, ноль. В сухом остатке. Поэтому, когда у вас неудача, что вам нужно сделать? Вам нужно понаблюдать за другими, за собой, за предприятием. Проанализировать эту неудачу. Потому что неудача, ошибка — это даже лучше, чем когда ее нет. Я вам сейчас одну притчу расскажу, которую своему сыну 6 лет рассказал, до сих пор я помню. Потом вы принимаете решение, что нужно сделать, и действуете. И вот любой бизнес, да, вот мы говорили про идею. Любой бизнес начинается с идеи. Потом, когда у вас есть идея, вы понимаете, что вам нужны ресурсы, чтобы эту идею осуществить. То есть пишите, нужно для этого вот это, вот это. Не обязательно денежные. Потом вы подбираете людей для решения этих. Потом вам нужен бухгалтер, финансист, который будет эти деньги считать, и чтобы вы их не потеряли, и отчитываться за них. Потом, после того, как вы уже определились, кто вам будет эти деньги считать, вам нужно производство, продажи. Вот здесь деньги, я говорю, это продажи. Потом вам нужно производство. То есть производство — это может быть доставка, это может быть что-то вы изготовили. И потом нужен пиар. Вот это все функции — это открытие, ну, успешного предприятия. Часто бывает, какие-то выпадают. Или, допустим, кто-то один курирует 2-3 области, поэтому курирует их плохо. Если вы будете наблюдать внимательно, вот вам пример, да, вот Алексей
Я вот сейчас привез, познакомился с сельхозом, с министром. Думаю, у нас сельское хозяйство еще вырастет, настолько крутое. Я Марат Гудчик, говорю, есть человек, вот он приехал, два дня проанализировал, говорит, все, езжай. Он поехал в холдинг татарстанский. Пробыл там всего день, даже меньше, 6-8 часов. Поговорил с людьми, вчера он выступал у них на презентации. Все люди сидят в шоке, люди, которые работают там годами. Человек, который всего там 6-7 часов пробыл. Он им рассказал, полный расклад дал. Еще я нашел все косяки, которые есть. И они просто сидят такие вот, с открытыми ртами, с таким уважением. Представляете, не месяц, не два, всего за день. Он нашел все проблемы. Он им расписал, как это все решать и так далее. Это просто вот профессионализм. Потому что он классно наблюдает, у него есть вот навык. Вот это номер один, без этого никуда. Если вы не наблюдаете за рынком, за людьми, за клиентами и так далее, вы вряд ли сможете построить успешный бизнес. Если не анализируете, то же самое, можете пойти, вот я про франшизы сказал, да? Если вы не анализируете эти франшизы, вы вряд ли возьмете хорошие. Без решения тоже у вас ничего не получится, понятно. Для того, чтобы добиться цели, надо сначала принять решение какое-то. Ну а действие я вам сегодня пример привел. Надо взять и сделать, да? Про этот, про решение, давайте я вам сейчас притчу одну скажу. На одном холме, или холме, да, правильно? Жили китайцы, а на другой стороне жил монах. Ну и китайцы садят рис, и у них то хороший, то плохой, то там без урожая, то меньше зерна, ну, семян оставили. А у монаха всегда успешно все, растет, развивается. Этот главный говорит, иди сходи, узнайте, в чем успех. Они входят, монах, вот у тебя все хорошо, расскажи, пожалуйста, в чем секрет. Он говорит, правильное решение. Я расскажу два слова. Те приходят этому рассказывают правильное решение. Говорят, как правильное решение? А как? Мы же тоже все правильно делаем, правильное решение у нас не получается. У нас вообще все решения правильные. Опять отправляют. Тот приходит, говорит, мы не понимаем. Вот нас опять руководитель отправил. А как правильное решение принять? Он говорит, я вам одно слово скажу, опыт. Те пришли, говорит, опыт. Правильное решение, чтобы принять, нужен опыт. Тот говорит, да как, мы же тоже, вот опыт у нас, мы сколько лет сажаем, мы же все делаем. Опять отправляет. Монаху приходит, ну мы не поняли, как опыт-то получил. Он говорит, я вам скажу два слова. Неправильное решение. То есть простая формула. Для того, чтобы добиться успеха, опять же. Вот здесь вот правильное решение, я с конца напишу. Вот здесь вот опыт, а здесь неправильное решение. Вот когда он пришел ко мне, говорит, я гол не забил, меня там поругали, там сказали, ты плохой, он пришел такой расстроенный. Я говорю, почему? Ну, потому что я вот не так сделал, надо было так сделать и так далее. Я говорю, вот это уже ему рассказал про монаха. Он такой успокоился, я такой радостный побежал. То есть он говорит, я, значит, все правильно сделал. Ну, правильно. Ты принял неправильное решение. Получил опыт, что вот в этом случае шайба не зашла. Тебя еще и поругали за это. И в следующий раз ты примешь правильное решение. Простая схема, формула. Поэтому получить опыт и делать правильное решение без правильных невозможно. Вообще никак. Пока ты не ошибешься, ты не получишь опыт. Поэтому неудачи, ошибки, это нормально. Главное анализировать и их исправлять, понимать, из-за чего они произошли. И часто такое бывает, когда руководитель берет там себе подчиненного и говорит, ты не исправился, я тебя увольняю. Он такой говорит, ну ладно, я ухожу в другую компанию. А он должен сделать, руководитель, сначала проанализировать, почему он не выполнил. Посмотреть, какого навыка у него не хватает. Помочь ему этот навык развить. И потом поставить задачу. Вот мы сейчас к мотивации перейдем, я вам тоже расскажу, одну шкалу красиво покажу, вы там посмотрите, тоже интересно. Поэтому, когда человек что-то не делает периодически, да, не может, там не всегда виноват этот человек, как вы думаете, чем отличается тренер от наставника? Все же слышали, наставник, тьютор, там, такие многие слова. Чем отличается? Есть вариант? Наставник наставляет. Да, это точно. Тренер тренируется, представьте. А отличие в чем? В словах только тренер тренирует, наставляет. Или еще какие-то отличия? Есть кто-то спортом занимается здесь? Максим. Есть спортсмен? Есть? Какой да. спорт? Хоккей. Хоккей. Какой команде? Акбуре. Акбуре, понятно. Есть тренер? Есть. Как он вас учит обычно? Ну, что делаете? Давайте так. Бей-беги. Бей-беги. Не, он показывает вам что-нибудь? Конечно. То есть говорит, встань так, да? Если ты не так встал, он тебе подсказывает, да? А наставник чем отличается?
Вот совет. Наставник просто совет даст и все. Совет даст. Не показывает, не показывает. Не показывает. Направляет. Направляет. Все правильные слова говорит. Не отвечает он за твой успех, как бы, или поражение. Если ты проиграл, проиграл тренер. А если ты проиграл наставнику, все равно. Ну, формула есть, наставнику не все равно на самом деле. Потому что знаете, чем работа отличается от развлечения? Вот работа, она всегда дает результат. Если работа не дает результат, значит это развлечение. Если развлечение дает результат, значит это работа. Очень просто. Поэтому наставник, он заинтересован в твоем результате. Отличие тренера и наставника очень просто все. Тренер, он показывает, как надо делать, и закрепляет результат. А наставник, он помогает тебе принять правильное решение и выйти из этой ситуации. Вот разница наставника и тренера в этом. То есть наставник помогает тебе расти, развиваться. Он не говорит, сделай так, получится так. Если руководитель на предприятии говорит, как делать, это уже тренер, не наставник. Ну, как правило, плохой тренер. Вот представьте ситуацию такую. Прибегает такой, да, я вот пришел тебе работать, но я знал, что работать не буду, вот я не могу сделать, как сделать? Я тоже так делал. На самом деле, это мой опыт. Я сразу, у меня автоматически мозг дает два решения, вот я привык. Проблема, у меня сразу два решения, проблема, два решения. Первый год я так работал, ко мне все бегали. Я им говорю, да, надо так делать, так. Я, конечно, балдел, я как крутой, я там задание разжил. Они не могут решить, я могу, это меня так подымало среди них, да. А на самом деле я такой говорю, а ты все равно балбес, я тебя брал на работу, я знаю, что ты дурак, что работать не будешь, что я работу буду выполнять за тебя. Иди сюда там, убогий, я тебе там расскажу, как делать. А на выходе, да, на самом деле так получается. Раз ты ему говоришь, как делать, значит он дурак, он не может сделать. А это все устраивает. Он ответственность перекладывает на тебя. То есть ты ответственность берешь за вот эту ситуацию. У тебя есть такая зона здесь, да? Ты вот берешь и вот здесь вот работаешь. Ты понимаешь, что вот ты не можешь за всем следить, да? За это. Ты берешь вот этот кусок, ставишь здесь человека и передаешь ему вот эту ответственность ему. Здесь другого человека ставишь, здесь третьего, ну и так далее, да? Там формула эффективного управления, когда у тебя в прямом подчинении от 5 до 9 человек. Когда у тебя в подчинении, в прямом, вот с кем ты контактируешь, даешь задачи, более 9 человек, это неэффективно. Просто ты не можешь ими управлять эффективно. Если менее 5, значит ты свой потенциал не полностью расходуешь. Поэтому формула такая, если у тебя больше людей, ты должен их структуры перераспределить. У меня вообще на совещании сначала 20 человек ходило, а потом 8. И совещание станет очень быстрее и эффективнее. И вот этот человек приходит к тебе, этот к тебе, и ты понимаешь, что ты работал раньше один, тебе было тяжело, ты их нанял, платишь им здесь зарплату всем, своего личного кармана. А продолжаешь работу делать так же. Только помимо того, когда ты им делегировал, ты тут еще работу себе набрал, которую кроме тебя никто не может сделать, ты не можешь поручить. И тебе приходится жертвовать. И начинает все разваливаться, проваливаться. Происходит следующее. Человек принес тебе проблему. Ты ему говоришь, на тебе денег, купи цветы и мороженое. Там придешь, детям мороженое, женщинам цветы. Конкретно дал вот задачу, да? Человек пошел, дал ресурсы, дал задачу. Человек приходит, там два мужика сидят. Тоже пример приведу. И он такой, ты же сказал, как сделать. И даешь мужику одному цветы, другому мороженое. Получаешь по морде, понятно, да? И приходишь к директору, говоришь, а ты мне сказал, как сделать, я сделал, как ты сказал, мне не получилось. Значит, все-таки не все ты знаешь. И директор такой сидит, блин, как, почему не получилось, начинает это все анализировать. И вот эти проблемы одна за другой. А по сути, если бы директор сам пошел, конечно, он не дал бы там мороженое, цветы, да, он бы подождал, пока придут женщины, и дал бы там женщинам цветы, а детям мороженое. Так в жизни происходит. Когда ты ставишь свои решения, даешь людям, как правило, так и происходит, они твои решения туда транслируют, и они неэффективны. Самое эффективное решение – это решение человека, принятое по решению этой проблемы, по исправлению, на месте. Потому что он лучше знает, быстрее сделать и правильно. И вот это задача руководителя – нанять правильных людей и ими правильно управлять. Это причем может быть и правильный сотрудник, и неправильный. Только неправильно он будет работать, продолжать получать зарплату, да, у тебя. Я про ту зарплату, которую вы говорили, что много получает и хорошо мотивирует. Нет. А второй, который сотрудник правильный, он просто уйдет от тебя. Потому что ему надоест, когда ты ему постоянно задачи даешь и не даешь самостоятельности развития и роста. Так. Вы мне, кстати, напоминаете, я вот немного отвлекся от темы. Сейчас я вам хочу про мотивацию все-таки рассказать. Есть какие-то еще вопросы по этой теме? Вот про желание, да? Вот вы же говорили, чем заняться. Самое важное, это вот в любом бизнесе, что ты любишь, цветы там любишь, рисовать любишь, не знаю. В любом бизнесе можно найти
какие-то вещи, где можно заработать денег и получить удовольствие и удовлетворить других людей. И опять же, благодаря франшизам можно это все масштабировать. Технологии, правильно. То есть франшиза это помогает просто масштабировать и быстрее заработать больше денег. Главное правильно сделать. Но лучше заниматься любимым делом, а не бежать в тренде там, за кем-то, за чем-то где-то. Тогда ты будешь более счастливым и успешным в этом плане. А у каждого человека есть какие-то желания, то, что ему нравится, чем он занимается. И бывают такие истории, когда все ниши бизнеса заняты, да, все ниши бизнеса. Но в России у нас дикий сервис пока. И поэтому можно вот заходить, я вот просто захожу в ресторан и говорю, ребят, вы знаете, у вас сколько косяков здесь? Какие? Я начинаю вот на трех страницах писать. Просто, они даже бесплатно покормили. Ну просто мне было интересно. Я на трех страницах написал косяки. Я говорю, если вы это исправите, то у вас ресторан заработает лучше, качественнее и так далее, и так далее. Вот эти вот косяки, которые вы исправите, в первую очередь, они бесплатные, без денег. А вот это чуть надо будет потратить. Мы у себя в автоцентре внесли более 1000 изменений, из них 80% было бесплатно. Вот когда росли. Это кайдзен предложение, раз предложение называется. Поэтому, когда ищете нишу для бизнеса, первое, можно брать любимое дело. Либо можно брать любимый бизнес, который прям сильно раскручен, там конкуренция большая, но подойти к нему по-другому и стать успешным на этом бизнесе. То есть не надо, вот вы же говорили, как привлекать клиентов, покупателей. Не надо их привлекать, надо забрать и других просто. Там есть система ресторанов условно. Открываешь ресторан, делаешь все по-другому, и те клиенты приходят к тебе. Люди все равно еще делают. Вот давайте к мотивации. Очень важный был вопрос. Так. Уже взрослые, нужно поговорить об этом. Вот эта шкала желания, а здесь компетенции, да? XY. Вот это вот четыре типа людей. Желание сюда, компетенции сюда. Внимательно посмотрите и скажите мне, с улицы, когда вы нанимаете людей, лучше из какого квадратика? Второго. Больше нету предложений? Ну давайте предложение, варианты какие? С первого. Лучше, конечно, нанимать с первого. Но такого вы не найдете. Будете искать днем с огнем, хоть как не найдете. На улице для своей компании вот этого человека вы не найдете. Вот этого человека вы можете вырастить из этого. То есть, когда человек работает успешно на каком-то предприятии, даже супер успешно, вы нанимаете его к себе, шансов, что он будет у вас также работать успешно сразу, они ничтожно малы. Потому что у каждого предприятия своя культура, свой менталитет, свои люди, обстановка и так далее, и так далее. Он может быть демотивирован, если первого вообще уйдет далеко вниз. Поэтому вы здесь найдете на улице только такого. У себя в предприятии, если вы хотите куда-то вырасти, я вот вам рассказывал уже про Nissan Renault, да? Вот у себя в предприятии вы можете первого найти и двигать его дальше, который у вас уже работает долго, у него высокий уровень желания и высокий уровень компетенции. Вы находите вот этого человека и доводите его вот сюда. И ваше предприятие работает успешно. По сути, это вот правильный сотрудник. Куда можно вот такого сотрудника поставить? Какие есть варианты? Будущие предприниматели или там, не знаю, управленцы. Куда можно вот третьего поставить? А? А какую в два поставить? Подождите. Сначала интенсивно идет из этой группы. Сначала... Нет, в какую профессию или на какую должность? Вот у вас предприятие есть. Хоккеистом. А? Хоккеистом. Кем? Хоккеистом, да, очевидно. Вы представляете, хоккеисты без желания? Я даже вот самых низших лигов не видел на самом деле. Спит на лапке вообще не пускает тебя, он сидит и все пару дней, а потом уходит. Вот смотрите, третий, да, это низкий уровень желания, человек ничего не хочет, нет жизненных сил вообще что-то делать. Он еще и тупой. Представляете, куда вы поставили? Вот вы хотели себе на предприятие? Тупого человека без желания платить ему зарплату. Или даже бесплатно, чтобы работать. Есть желание такое? Можете его научить. А? А как научить тупого на самом деле? Увольнять тогда такого. Ладно, а и желания у него нет. Хорошо, ты там чуть-чуть можешь ему там поправить интеллект, а желания нет. Он не хочет учиться. Представляете, сколько энергии вы потратите, нужно ли это вот?
Ну, либо увольнять надо, либо брать не надо. Теперь вот этот вот человек, четвертый, он высоко эрудированный, в принципе, на уровне вот этого находится. Ну, уровень желания вот на уровне этого. На какую должность? Какие есть варианты? Уборщиком. Уборщиком? Эрудированного. С тремя высшими образованиями. Он пойдет? Нет, ну можно сказать, что уборщик. Пойдет, уборщиком даже. Вот запомните, ребята, я вам столько вещей говорю, это вот реально вам в бизнесе пригодится. Я этих вещей не знал, на самом деле. Многие взрослые не знают. Четвертый вот этот вот тип. Это самый опасный вид сотрудников. Предприятие. Вот этот вот. Вот этот не опасный. Он просто будет ваши деньги проедать, ничего не делать. А вот этот опасный. Вот из-за таких людей предприятие разваливается в основном. То есть, как это происходит? Приходит такой человек на предприятие, как правило, нравится. Те люди, которые не, вот часто директора дают, делегируют найм сотрудника службы персонала. То есть, говорит, набирай, тех, службы персонала набирай. Но представьте историю, вот вы владеете компанией, я к вам прихожу, говорю, слушай, делегируй ко мне все свои деньги. Вот прям все деньги мне дай, я буду ими управлять. Ты знаешь, что они у меня? Как вы думаете? Таких много найдется, которые возьмут и чужому человеку со стороны вообще делегируют. А мы говорим, что люди – это стратегический ресурс, правильный сотрудник. Или там, дай мне все свои связи, какие у тебя есть, делегируй мне их, я буду ими управлять. То есть такое что-то, да, как-то не хочется. Но зато мы делегируем службе персонала, найм сотрудников, самый стратегически важный ресурс предприятия, важнее даже, чем деньги и связи. А мы делегируем. Поэтому сотрудников должен отбирать только руководитель. Служба персонала, она может подбирать кадры и так далее, но отбирать только руководитель. И у него должны быть технологии, как правильно отбирать. Без этого вот таких сотрудников просто не найдем. А вот такие будут попадаться. Он придет, тебе будет улыбаться, классный, четкий. И в итоге не он будет рассказывать про себя, а ты будешь рассказывать какое-то классное предприятие, ты хочешь его заполучить, потому что он такой, ну, эрудированный, реально, понравится тебе. Берешь ты такого сотрудника, он приходит на работу, желания у него нет. Ставишь ему, может даже начальник его поставить, потому что он хороший, или на любой должности. У него нет желания, он не работает. Есть зато другие ребята, которые работают. Ну, из-за того, что он не делает какую-то свою работу, работа, ну, в целом не получается. И он приходит, директор начинает кричать, вы что там, почему? Этот эрудированный, он, как правило, замечает все ошибки. А я уже говорил, что без ошибок не бывает. Ошибки есть у всех людей. Но он сидит и пишет, вот этот допустил такую ошибку, вот этот такую, и все ошибки выложил. И директору говорит, вы знаете, вот у нас три сотрудника, у каждого столько ошибок. Но у этого больше всех. И это когда повторяется, директор берет этого сотрудника, увольняет. Потом второго, третьего, в итоге остается вот с этим наедине. Руководитель здесь может быть и вот этого, и вот этого, типа, без разницы. Как правило, руководители часто заряжены, они вот с высоким уровнем желания. И он садится напротив него и понимает, что ничего не изменилось. Людей он уволил, стало только хуже. Значит, соответственно, дело было не в тех людях. А вот эти люди, они взяли и помогли, а он назад тех потом уже не заберет. Хороший. И вот этот человек взял и развалил компанию. А еще лучше пошел и украл там какие-то секреты и передал конкуренту. Поэтому вот этого человека. Это можно выяснить очень быстро, если берем технологии. На пушечный выстрел нельзя подпускать компанию. Вообще никуда. И желательно к себе не подпускать. В личных отношениях тоже. На самом деле. Да, девочки, представляете такого парня? Который говорит, да мне ничего не надо. Не хочется, я нормально. Зато умный вообще. Вообще умный. Ты говоришь, слушай, сделай вот это. Ой, да что-то устал. Ну блин, я столько знаю, я тебе сейчас расскажу. И вот потом вы придется его кормить, поить, одевать, он будет бегать по женщинам и так далее. Это вот, знаешь, тебя... это так, на скидку, которому он пребывает в основное время. И часто, когда люди устраиваются на работу, они свой уровень эмоциональный повышают вот сюда домик, чтобы вам понравиться. И самый простой пример, как определить, да, его, уронить на ту шкалу, которую он обычно, ему задать не в попад вопрос. Он что-то рассказывает, там, объясняет. Ты ему говоришь, почему у зайца уши розовые? Просто такой вопрос. И человек вот просто теряет. Если человек, у него эмоциональный фон в основном это радость и вдохновление, он будет угорать, смеяться. Если человек во враждебности, он в этот момент упадет в свою враждебность и начнет вот говорить, что это вы мне проверяете там. Если человек в гневе, он начнет там ругаться и нервничать. И сразу проверить. Если вам такой человек не нужен, а как правило люди работают,
эффективно только на трех уровнях, самых верхних. Это вдохновление, радость и скука. То есть если человек в скуке, он тоже будет работать нормально. Вот уже ниже там враждебность, скрытая враждебность. А те люди, которые здесь, да, есть такое понятие скрытая враждебность. Вы, наверное, тоже такое видели. Ну вот для девочек пример, там, говорит, вот мне там муж там цветы подарил красивые. Да, да. А, цветы? Ну нормально. А вот ты знаешь, Ленке машину подарил. И ты такая сидишь, ты такая счастливая с цветами, а тут... И не понимаешь, почему у тебя настроение упало. Вообще не понимаешь. Но настроение на нуле, реально. И вот такие люди, они, как правило, называются скрытые враждебные. Ну, у парней тоже такое бывает. Он говорит, слушай, я Мерседес вчера купил, вообще там двухлетка. Слушай, а за сколько купил? Он говорит, ну за 10 тысяч там. А, слышишь, вчера, блин, годовалый Мерседес за 5 купил, Вася. И ты такой, бам, и ты вроде счастливый, а упал вот сюда. Такие люди, как правило, разрушают всегда любой коллектив. Примерно так же, как у меня, я добавлю, да? Но в 146 школе так много всего сделано, ну понятно, мне же все дают деньги. Мне все дают деньги, поэтому в 146 школе так много всего. Ну, вроде бы ничего не сказали плохого. Да, да. Вроде обычное сказали, но вот плохо себя чувствует. Вот для того, чтобы понять таких людей, возьмите, сядьте, отмотайте назад, когда у вас настроение испортилось. У вас было классное настроение, оно испортилось. Вспомните, с кем вы говорили на этот момент. Когда вы определите, с кем вы говорили, если это еще повторится, с таким человеком разговаривать не надо. А с коллективом еще надо погонять вас. Почему? Потому что, опять же, вот как это бывает? Он говорит, ты знаешь, там вот Дашка такая дура, там Даша заходит. Ой, Дашенька, здравствуй, как дела? Это вот категория. Если тебе не нравится что-то в человеке, который, допустим, прогуливает уроки, не знаю, там, ворует, не знаю, разбивает стекла и так далее, Но так как он твой друг или подруга, ты не хочешь на него стучать, ты становишься преступником, таким же, как он, то есть соучастником преступления. И, по сути, по закону тебя так же, как его, посадят. Ну, должны посадить. Для того, чтобы этого не было, мы сейчас про этику поговорим тоже, ты обязан его предупредить, ну, как минимум 2-3 раза. Ты скажешь, слушай, давай прекращай. Привести ему доводы. Если человек 2-3 раза, когда ты его предупредил, объяснил, не исправляет эту ситуацию, а продолжает, ты обязан просто про него рассказать другому человеку. Почему? Потому что либо он тебя разрушит, этот человек, либо он тебя подставит, либо он расскажет про тебя, что ты это сделал и так далее. И вот если человек 2-3 раза не понял, что это, ну бывает, люди ошибаются, что это делать нельзя, значит, либо с этим человеком просто не общаться, ну как минимум очень экологично, лучше, чтобы он другим не навредил, надо про него рассказать. Руководителю, папе, маме, кому хочешь, там, в милицию сдать его. Это на самом деле так. Потому что мы считаем, что мы вроде бы как его прикрываем, но становимся преступниками. То есть мы считаем себя хорошими людьми, правильными, честными, но мы преступники. Потому что этот человек завтра сделает кому-то плохо. И ты будешь потом понимать, что благодаря тому, что ты вот это вот допустил, кому-то стало плохо. Кого-то убил, изнасиловал, украл и так далее. Вот есть такое, вот, кстати, для Савина хороший пример привела. Я вам тоже для жизни скажу, я много раз на себе это ощущал, но когда я это понял, мне стало легче. Как только вы чувствуете, что на вас начали нападать в жизни, что такое нападать? Кто-то говорит про вас плохо, вас начинает отчитывать, что-то где-то там еще, то есть такие нападки, да? Значит, вы становитесь успешными. То есть на неуспешных людей не нападать. И вы должны выбрать, хотите вы стать успешным человеком или нет, потому что это тяжело. Потому что как только ты становишься видным, успешным, у тебя все получается, выделяешься из толпы, тебя сразу начинают атаковать со всех сторон. И вот умение выстроить защиту, это ваша главная задача, чтобы в жизни, потому что бывают такие ситуации, когда руководитель успешный, классный, умный, людям делает счастье, а его берут и снимают. Стоит балбес. Почему? Потому что человек думал, что он такой хороший молодец, он будет продолжать это все делать. А защиту не выстроил. И там раз-раз-раз, его сняли. Поставили другого плохого, который ничего не делает, его никто не атакует. И продолжает там работать. Если вы выстраиваете защиту грамотно, пиар и так далее, есть технологии определенные, то кто бы вас не атаковал, вы всегда будете защищены. И будете продолжать, если вы хотите все-таки успеха этому предприятию, вы обязаны себя защищать в первую очередь, чтобы защитить потом этих людей. Вот я эту ошибку допустил в своей жизни, я не знал этих технологий, я думал, что если я буду хорошо работать, меня будут все ценить, не получается. И поэтому, если я выстроил защиту, все бы продолжалось. А когда я ушел, люди стали несчастны. Я понимаю свою ответственность, что я как-то их подставил. Поэтому, чтобы людей не подставлять, которые, за которых ты приручил в какой-то степени, да, которые тебе поверили, ты должен в первую очередь защищать не их, а себя. Говорят же, когда в лифт заходишь, да, ребенка нельзя вперед пускать, сначала ты.
Или в самолете, когда какая-то ситуация нестандартная, маски, первый ты должен себе маску одеть, а потом ребенка. И себя защитить. Потому что ты себя не защитишь, ребенка оденешь, сам вырубишься, ребенка только лучше не будет. Также здесь руководитель должен уметь защитить себя в первую очередь, чтобы потом хорошо было остальным. Успешный руководитель. Поэтому очень важно. Вот мы говорили про порядочность, непорядочность. Еще знаете, вот есть три критерия, да, людей, которых я стараюсь отбирать в свое окружение, которым я стараюсь помогать. И есть люди, которым я не помогаю в недавнем времени, потому что тоже много ошибался. Они отвечают всего трем критериям. Я вам скажу про свое мнение, не обязательно его принимать, у каждого свое. Первое. Человек должен быть честным. Причем честность и правда – это разные вещи. То есть честность и правда – это разные вещи, на самом деле. Человек должен быть честным. Второе. Человек должен быть успешным. То есть успешным не обязательно он должен там чем-то обладать. А человек успешный – это тот, который какую-то цель поставил и достиг. Поставил, достиг. Это успешный человек. И третий. Человек должен хотеть развиваться. Расти и развиваться. Вот три фактора, с которыми людьми я стараюсь общаться, им помогать, поддерживать и так далее. Остальные мне неинтересны. Ну и, наверное, еще четвертый фактор, можно сказать, он должен быть этичным. Вот давайте вот мы сейчас разберем. У нас сколько времени? Хочу очень важный момент. 15 минут. Давайте мы разберем этику. Вот вы люди взрослые, да? Многие слышали, что такое этика. Как вы думаете, вот мораль и этика, что это такое, чем они отличаются? Есть предложение? Ребят, у нас времени мало, да, я могу сидеть, посидеть, послушать. Давайте мы поактивнее поработаем. Если вам не интересно, можем закрыть. Мы можем закончить раньше. Я говорю, это очень важные вещи, я вам говорю, непростые, которые в жизни реально помогут. И очень простым языком. Ну просто предложение, что такое мораль? Мораль, когда ты знаешь, что хорошо, что плохо, а если это, скорее всего, как ты себя преподносишь, как ты себя ведешь с другими людьми. Спасибо за ответ. Мораль – это такой некий свод правил, который присутствует в данной группе. Потому что мораль данной группы, она может не подходить морали другой группы. Правильно? Согласны? Да. Поэтому мораль определенной группы – это свод правил, как нужно себя вести. Ну, условно. А этика – это когда ты поступаешь этично, значит, ты поступаешь не по морали, а поступаешь по ситуации. И у каждого вот этот уровень этики свой, да? Но есть общий базовый. Допустим, в группе в какой-то принято не портить имущество и не вредить людям. Ну, в этой группе. То есть нельзя там причинять какие-то увечья, все что-то. Но происходит пожар. И человек, который считает себя моральным, он говорит, слушай, ну пожар, пожар, ладно, давайте сгорим тогда. Мы же ничего сделать не можем. Ну, давай сгорим. Нормально, и сгорели, да? Другой человек, который этичный, он не думает о морали в этот момент. Он берет стул, разбивает стекло, он портит имущество, то есть нарушает первый свод, да, правило. Второй берет сотрудника, выкидывает его в окно, нарушает второе правило. То есть он приносит ему там какой-то ущерб, поцарапает его. То есть по сути он нарушил мораль. Он аморальный человек, но он этичный человек, потому что он спас жизнь человеку. То есть окно же можно потом поставить? Можно, да? И часто вот эти, да, понятия путают, и многих людей из-за этого в тюрьму садят, потому что у нас нет такого понятия этика морали, часто там по букве закона. Но я вам предлагаю в жизни быть всегда этичным. Потому что это вот единственное правильное. Мораль это мораль, но этика, я бы сказал, это выше. И поэтому, когда мы говорим про эти вещи, что кто-то совершает преступление, мы на это смотрим, глаза закрываем, мы поступаем неэтично. Может быть морально, но неэтично. И по сути от этого потом кто-то пострадает, может даже ваши близкие, дети. Таких примеров очень много. Также на предприятиях и в отношениях там, с женщинами. Часто бывают неэтичные отношения мужчины к женщине, женщины к мужчине. Это очень важно. Я считаю, что вот у нас был вопрос, там, семья и дети. И есть такое выражение, да, что рядом с успешным мужчиной всегда великая женщина. Есть такое выражение. И люди вступают в брак, у нас, к сожалению, я, наверное, не буду вопросы сейчас задавать, быстренько расскажу. Ну, опять же, мнение определенное, которое можете согласиться, можете нет. Люди многие вступают в брак по разным там причинам. Там одно, второе, третье, пятое, всех свои. Но вот чтобы брак был успешным, отношения между мужчиной и женщиной, у каждого есть своя цель, да, мы уже обсудили же, у женщины есть своя цель, у мужчины есть своя цель. И вот брак будет крепким в том случае, когда женщина понимает, что с этим мужчиной она достигнет свою цель быстрее и проще. А мужчина понимает, что с этой женщиной он достигнет свою цель быстрее и проще. И тогда два человека сходятся и понимают, что у нее вот такая цель, у него такая. Может быть, потом общая появится. И они быстрее достигают.
И они понимают, что они неразрывны, там появляются там еще близкие отношения, любовь и так далее, и так далее. И вот в этих отношениях, как правило, если женщина понимает, что она сможет с ним, и мужчина в женщину вкладывает, ну там, не знаю, силы, энергии, время, внимание, а женщина в мужчину вкладывает, вот эти отношения становятся крепче. Почему? Потому что принято считать, да, что чем больше мы в человека вкладываем, тем больше мы его любим. На самом деле это так, с точки зрения психолога. Мы в детей своих вкладываем, мы их любим безумно. А дети нас не вкладывают. И потом дети вырастают и говорят, это папа, мама, дети вышли. Пошел Бог. И потом, мама, как? Я же в тебя вкладывал, почему? И не понимают, почему это происходит. Это простая модель. То есть ты в ребенка вкладывал, ты его никогда не бросишь, ты его любишь, в любом возрасте будешь с ним носиться. А ребенок тебя не вкладывал, он тебя не любит. Он априори вырос человеком, который тебя не любит и других. Поэтому те дети, которых где-то заставляют, где-то мотивируют вкладывать в семью, не знаю, там помогать мыть посуду, там, не знаю, колотить гвозди, носить что-то с детства и так далее, они родители своих больше любят, уважают. И они их никогда не бросят. Так же и в отношениях. Когда мужчина вкладывает женщину, значит, она любит все больше и больше. А женщина – мужчину. И вот эта любовь, она неразрывна. И вы идете к целям, ставите новые цели. И это более счастливый, более успешный брак. Вот в таком формате именно. Когда происходит один вкладывает, другой нет, тот, который вкладывает, он любит, тот нет, и пошло-поехало, вот это раздрать. И поэтому я вам рекомендую, когда у вас будут дети, вот он вот с этого возраста, выпил там стакан воды, ему говорит, слышь, ребеночек, на воде, там, неси. Берет этот стаканчик, несет на кухню, ставит. Ты там помогаешь, чтобы он не разбил, либо с маслом дал стакан. У него возникает ощущение, что он папе помог, маме. И ты его за это хвалишь, обязательно подтверждение, говоришь, что какой молодец, ты там папе помог. И вот это вот вкладывать, и ребенок начинает вкладывать в семью, таким образом. Помогать, где-то поддерживать. Ты даешь подтверждение, и ребенок вырастает, ну, во-первых, он счастливым будет, потому что если родители не любят, все равно быть счастливым очень сложно, да, когда ты близких людей там подальше отталкиваешь, а морально вырастаешь неэтичным человеком. И поэтому в отношениях это очень важно. Правильно поставленная цель, задать, это тоже выйти замуж и жениться, это тоже цель. Создать брак, родить детей, это тоже цель, на самом деле. Мечтать.